Друзья, добрый день. Вот я приехал с нашим рыжим одноглазым котенком в ветклинику. Нам уделили внимание, уделят. Мы сейчас пообщаемся и посмотрим. Потому что, когда мы спасали котят, мы предполагали, что... Смейтесь. Иди, иди, иди. Вот развернулся. Сейчас я достану. А возраст его приблизительный? Мы так думаем, что месяц 4, может, больше. Угу. Оп. Ну, отцепляйся. Вот. У него не было глазика. Вот. Ну, а сейчас на консультацию, потому что уже мы в одной клинике были, предполагали, что нужно делать ушивание. Угу. Вот, нам стой, девочки стой, сказали. Стой, стой, стой. Так, чуть-чуть его вот так, можно в захолочку. Держу, захолочку. Да. Я сегодня еще глаз не обрабатывал. Вот хотел вам показать эти выделения. То есть мы убираем их физраствором, ну, практически на ежедневной основе. Я делаю два раза в день. Ну, в любом случае, смотрите, здесь идет перераздражение слизистой. И действительно желательно ушить в дальнейшем веке, потому что у него они завернулись вовнутрь, и идет, получается, у него по третьему веку вот эти вот волосики ему травмируют, и за счет этого идет постоянный воспалительный процесс. То есть, да, вы ему санируете, да, вы ему это все убираете, но как проблема сама, это вот эти именно сами веки, угу, которые у него зашли и завернулись вовнутрь. А вы еще как специалист можете нашим подписчикам ответить? Вот многие задают вопрос, что при ушивании глаза не будет там скапливаться какая-то... А здесь же остается анатомическое отверстие, анатомическое сбоку, как раз вот носослезный канальчик там сбоку остается. И при ушивании века оно все вот это вот ненужное, оно у нас уходит через это отверстие сбоку. Я понял. Да. Оно никак не навредит, но оно даже лучше сделать, потому что, видите, постоянно идет воспалительный процесс за счет того, что веки завернулись. И постоянно вот это вот волосики, они ему травмируют. А сколько вот длится операция, как она происходит и восстановительный период? Ну, операция, смотрите, она делается под общим наркозом, потому что это уже полноценная операция идет под общим наркозом, приблизительно где-то минут 30 идет, и потом восстановительный процесс в течение 7-10 дней, 7-10 дней. Сейчас я проводил, ну, не прям сегодня, а какие-то анализы, может быть, сдать? Ну, желательно, конечно, перед самой процедурой сдать хотя бы биохимический анализ крови. Ну, в принципе, у вас животное молодое, активное, вот, ресурсы организма, думаю, там все хорошо будет. Но все равно биохимический анализ крови желательно сдать, а в дальнейшем, конечно, если все по биохимии будет все хорошо, можно будет на ближайшее время назначить операцию. Я понял. Спасибо вам. Пожалуйста. Хорошего дня. Пожалуйста. До свидания. Так что, друзья, наблюдайте за тем, как мы будем восстанавливать котика, сделаем ему операцию, и он будет искать себе новых хозяев. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал «Зоопарк Сказка», ну и приезжайте в гости в «Зоопарк Сказка». Пока-пока.